Так, мои дорогие друзья, я вас приветствую. Снова я на кухне. Для этого есть причина. Как причина? Я делаю пирожки с картошечкой и с укропом. В общем, я... Что я хочу сказать? Мой Андрюша, брат, завтра с вещами, уже с вещами в военкомат. Куда, не знаю. Ну, я имею в виду на боевые действия, просто в какой город, пока не он не знает, только завтра узнаю. Ну, что я хочу вам сказать? Я, конечно, очень сильно расстроилась, очень сильно, сплакнула. А потом подумала, так, все, пока все живы и будут живы, все здоровы, не он первый. И надо только надеяться на то, что будет все хорошо. Я сейчас пожарю пирожочки с укропом и с картошечкой. Поеду к нему с Людочкой, съездим. Люда расстроенная. И постоянно падает нож. Постоянно падает нож. Поедем, в общем. Стараюсь себя держать в руках, как это возможно. Никаких ни слез, никаких переживаний. Но это я должна сказать, пока я его не вижу. Сегодня вот увижу. Ну, он такой. Я говорю, Андрюша, привет, у тебя есть пару минут? Угу. Говорю, как ты там? Не вы, а вот именно как он. В пятницу с вещами в военкомат. Куда? Еще ничего не знаю. Ты будешь завтра дома? Угу. Я приеду. Угу. Хорошее тесто. Что значит, когда, да, у хозяек у нас набитая рука? Вы знаете, я вот, ну, сейчас, конечно, поеду, когда пожарю, приведу себя в порядок. Ну, девочки, как же у вас спросить? В общем, девчонки, мои украинки, у кого на боевых действиях мужья, братья, сыновья, будь ласочка, напишите мне, якщо вам не важко. Вы собирали вещи, вот теплые костюмы, нижнее белье, которое вот одевается вот это вот поверх верхней одежды. Сами покупали берцы, вот эти вот все обмундирование. Извините, пожалуйста, мухи, это просто, ну, холодно, они на тепло все идут. В общем, вы сами покупали, потому что я так понимаю, что обувь выдаются на размеры меньше, одежда на 2-3 размера может быть больше. В общем, я пока этого ничего не знаю, но такие другие мысли, конечно же, лезут в голову. Я не буду скрывать. Я не знаю, как он будет тягать это оружие там. А с другой стороны, вы знаете, ну, даже стыдно говорить. Мы же не инвалиды, правильно? Нормальные все люди, все понимаем. Мы это все понимаем. Просто когда она вот это вот все закончится. Сказали, что дела с сердцем плохи, и вышел у него не очень все хорошо. Но по последнему закону, что приняла наша Верховная Рада, по медицинским показаниям, отсрочки уже нет. Если раньше еще можно было, то сейчас отсрочки нет. Ну, у меня чувство такое нормальное. Что-то я ничего плохого, надеюсь, не будет. Я представляю, девочки, как кто у кого там на войне.
родственники, как вы это все переживали. Что будет дальше, я не знаю, как. Ладно, всю тему закрываю, в общем, Андрюшу забираю, завтра с вещами. Я хочу быстрее пожарить пирожки и поехать к нему. Так, пожарила. Пока маленькую пачечку дрождей пекарских. Сколько там? 7 грамм, по-моему, да? Вот, получилось с картошкой и с укропом. И даже получилось немножко у меня сладеньких с яблочком. С яблочком сделала. Вот такое тесто сегодня у меня. Ну, я его, конечно, не то что долго месила. Я прямо вот так руками липла, я его тянула, растягивала долго. Так зато какой результат. Не знаю, видно вам, не видно. Посмотрите, какие они хорошие. Начинается, девочки, осень. Класс. Значит, минимум теста, оно пухленькое и много начинки. Вот такие пирожки я люблю. Ну что, начинается. Куда оно у меня все это вот влазит? Куда оно у меня это все влазит? Я не знаю. Жарко, надо сейчас переодеваться, что-то легкое одевать. Только что Андрюша позвонил. Сейчас надо повезти его в одно место. Он мне редко что-то просит. Вообще никогда ничего не просит. Вообще никогда. Когда-то что-то предлагаю, нет, не надо. Я говорю, ты что, Наташа, нет? Помню, хотела подарить $100 ему на день рождения в том году. Не могла ни всунуть ничего. Нет, вообще, прямо... Ну, мы поехали с дочкой, купили дорогущий алкоголь в красивых бутылках, креветки. Это 8 октября. У меня 9 мая, у него 8 октября, а маме моей 14 октября. Ой, ладно, все, собираюсь. Сейчас. На улице солнечная погода, но уже шорты ты не наденешь. В общем, вот так я поехала к Андрюше. Все скромно, все хорошо. Беру пирожочки, беру сумочку. Потом позже приеду за Людочкой. Но вы, мои дорогие друзья, пожелайте Андрюше удачи. Я еще, может быть, сегодня выпущу видео. Ну, не все любят сниматься, вы поймите. Просто мои близкие вот здесь, вот которые подписчики, которые со мной дружат, которые меня хорошо знают, всегда интересуются, что там Андрей. Я потом обязательно выйду и все расскажу, потом, когда все узнаю. Мне сейчас самое главное быть в тонусе, себя держать, не показывать ему виду. Поехала я сейчас с ним на рынок. Гляньте, все, не могу, руки, мысль уходит. Не хочу говорить плохие вещи про других людей. Но... Значит, так надо, друзья. У каждого своя судьба, своя карма. Андрей большой, Андрей сильный. Он волевой, Андрей сможет. Пожелаем ему удачи. Со всеми подробностями, надеюсь, выйду. Все, всем мира, тишины, добра, любви. Всего доброго, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Обязательно еще выпущу. Это коротенькое видео, потому что не до этого.